Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная порция. На этих выходных у нас появилась вот такая вот замечательная царапина, которая была поставлена обычной металлической вешалкой, которая вот здесь была. И вот таким вот чудесным образом процарапала нам дверь купе. Это стекло, покрашенное белой матовой краской. Заделывать мы все это будем вот такими вот красками. У нас они остались от самодельных картин, где по номерам все раскрашивается. Это краски акриловые. Вы их можете также приобрести в любом художественном магазине по типу Леонардо и так далее. Там они тоже продаются. Но если не получится подобрать цвет, то можно всегда самому его скалировать. Вы меня, конечно, не видите, но сейчас вы увидите процесс заделывания данной царапины. Ну вот, первый слой мы с вами высушили, теперь нанесем второй, завершающий. А я пошел в Нарнию. Ну вот, из Нарнии я уже выбрался, и посмотрите, на какой результат мы с вами вышли. Царапина практически незаметна, конечно, конечно. Если подойти вот так вот и начать на нее смотреть, то все видно. Но, тем не менее, учитывая тот факт, что она была просто черного цвета на белом фоне, она бросалась очень сильно в глаза, сейчас этого нет. И вот такой вот интересный лайфхак мы сегодня применили на дверце нашего шкафа купе. Подписывайтесь на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся в следующих выпусках, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит твой бюджет и, может быть, починит твою технику. Пока!